Дорогие друзья, у нас очень радостное событие. Пришло сообщение официальное от Союза российских писателей. И там черным по белому написано, что в Котласе создается Архангельское областное отделение Союза российских писателей. И его главой назначается Некрасов Валерий Ефимович. Валерий Ефимович Некрасов уже состоявшийся поэт. За его плечами около полусотни авторских сборников. Литература для него важная часть жизни. Создание Архангельского областного отделения Союза российских писателей во многом его заслуга. На очередной поэтической встрече Валерий представил свою новую книгу «Времена». Значит, книжечку я выпустил, 80 стихотворений, 82 листа. Собрание котловских поэтов проходит раз в месяц. Один из координаторов встреч – Николай Завадский. Ранее произведения писателей публиковались в местной прессе. Теперь итог каждой встречи – выпуск брошюры со стихами, где публикуется порядка 12 авторов. В литературной гостиной участники не только делятся творчеством, но обсуждают актуальные события, а также классические современные формы поэзии. Самым изысканным считался французский сонет. Надо сказать, что Александр Сергеевич Пушкин усовершенствовал этот сонет. Когда мы читаем Евгения Онегина, роман Евгения Онегина, мы говорим о онегинской строфе. На самом деле это совершенно изысканно, изящно оформленный сонет. Присоединиться к сообществу городских поэтов, а также поделиться своим творчеством может любой желающий. Пусть оставит горе, наконец, бурями истерзанные души. И заставит ветер волны слушать здесь биение только двух сердец. Руки, крылья радостно распахну и вновь ощущаю сладостно всей земли любовь. Песни русские вольные, мой березовый край, православный, намоленный, мы единые, знай. В свое окно бросаем камушки, льем воду, сиднем в решето. Теряешь ты, Россия, матушка, истоки русские, по что? Перед иконой горевала, я знаю, ждет небесный суд. Не будет там мне оправдания, пусть черный список занесут. Приму смиренно наказание. Браво. Спасибо. Ознакомиться с расписанием поэтических встреч можно в Туристско-информационном центре, либо в сообществе социальной сети ВКонтакте «Котлас поэтический».